Ребят, посмотрите, где я. А вы не знаете. Я не в подвале. В очень крутом месте. Мы сейчас такую штуку будем крутую делать. Вы просто не представляете. А вы представляете? Никто не представляете. Всем привет. Как ваши дела? У меня тоже все адекватно. Лилит, здравствуйте. А вы ходили в кружок очумелые ручки? А я ходил только на берсероплетение. Была малышкой, стала... вы точно готовы? Голубой норкой! Блин, это... Ребят, я просто в ахуе, в одной из... Я в таком, что... Ну, реально, смотрите, это как круто. Спасибо большое, ребята, вы просто лучшие. Это... Покажи руку! Воняет потом. Блядь, не мне. Вот отдай. Да, блядь, Катя! Мы должны показать, что мы счастливы. Блять, мы не сказали, что мы счастливы. Катя, ты счастлива? Да. Нет, неправильно. У тебя вошки в блету ебутся. Ребят, ну это пизда полная, блять. Это полная пиздища. Просто Катя меня упрекнула, что я не смогу быть с другой цветом волос. Соси и плачь, тупая сука. Я могу быть разной, как в рекламе. Ну, рассказываю. Мы с Катей поспорили, смогу ли я стать голубой норкой, как она. И как бы Катя мне должна теперь 100 тысяч. Да дай денег, блядь. Что я могу сказать по поводу своего внешнего вида, блядь? Смотрит каждый второй, тычет второй первый. Блядь, Катя ёбнулась вчера, когда увидела, что не сначала мне не верила. А я взял и сделался, смотри, теперь и плачь. Кто я? А ты фрик? Нет, ты. Это ты фрик. Ребят, нам сегодня приносили еду, и тетка говорит: ёбаный в рот, почему у вас темно? Я говорю, мы фрики. Кто мы? Ну эти. Кто мы? Не только фрики. Мы. Миринда? Нет. Миринда. Голубая Миринда. Че, ребята, мы хотим всем сказать вам на всем интернет. Мы свингеры! Свингерыство рулит. Я бы тебе сказал, на минуточку лети, не забывай меня, уплывай до Сибири, все вещи, уёбывай нахуй, не хочу от тебя детей. У тебя воняет, гвоздки бегают, но я скажу тебе... Свингерство рулит. Ну отгрызи мне ноготь, пожалуйста, у меня нет ножниц. Ну пожалуйста, ну отгрызи. Не буду, ну отгрызи, я... блядь! Она ничего не хочет делать, что ей делаю, говорю. Понючка, грызка-выгылка. Ты. Грызка-выгылка. Знаете, почему, ребят, я это сделал? Катя сказала, что мы не будем заниматься сексом, пока я не стану фриком. Вот, ты довольна? Мингундушка. Пердоволка. Пердовозка. Пердосукин сика. Скунс вонючки, ны, пар жрал, волосы вонючие пахнут сакой. Тебя. Я на тебя не кричу. Я не посмею этого сделать. Пердовозка. 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 Идем с Катей вот туда. Фрики в городе. Пошли, фрик. Здравствуйте, девушка, мы фрики. Пошли, фрик. Фрикша. Здравствуйте, девушка, а мы фрики. Прекрасно. Так мы лижем и думаем, куда поехать. Мы позволить решили себе отдых. Блять, Катя, едут, забирают. Блять, не забирайте. Ну, собираемся куда-то поехать. Да, Катя, Westwood Corporate, @gmail.com. Да, давай. Ребята, быстро в профиль, там воду дали. Воду дали! Решили с Катей продержаться немного. Вот Катя пиццу приготовила, у нее самые лучшие чумелые ручки. Хочется просто в говненцо вступить. Катя не может запрыгнуть на этот ящик. Катя, ну это пиздец. Вот так взяла, запрыгнула, блядь. Атрофированная жиринда. Давай прыгай, блядь. Ну! Катя, блядь. Давай, у нас 15 секунд. Прыгай, блядь, быстрее. Жопа чешется. Прыгай. Я специально прилегну, давай. Ну, блядь, давай. 5 секунд. Ну. Я тебя сейчас ёбну.
Все, давай, прыгай. Катя, я близко, я уже летит. Уже летает. Ну, прыжок, давай, быстрее. Ну! Ну, блядь, смешно, сейчас зубы выбью. Катя, это высота просто лилипута, блядь. Давай! Забрыни еще раз. Ну! Ну, блядь, давай! Пиздец. Тут высота 10 сантиметров позитива, блядь. 10 сантиметров. У меня боязнь ящиков. Скажи, как ты прыгаешь. Давай, разбежала с разбега. Давай, Кать. Давай, как ты умеешь, покажи. Давай, побеж... давай, разбег, поймала. И опа! Какая-то... Так быстро у меня летела. Лена ебучая просто. Она теплая. Я всегда говорю, что ты теплая. Вот она, Лю. Так, Катя, танцуй. Я был в Краснодаре, и меня бизон научил одному очень крутому упражнению, которое вдвоем надо выполнять на пресс. Давай, Катя! О, блядь, на пизди! Давай быстрее! Ускоряйся! Упражнение на пресс. Мы... Давай нормально только делай. Да. Ноги низко, ниже поднимаем и гуляем. Давай. Давай. Раз. Два. Ниже. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ребят, лежим в бассейне уже минут 40. Говорю Кате: Кать, может поплаваем? Катя говорит: не знаю. Нахуй, собственно, пришли топиться. Бульк-бульк. Ребят, всем спокойной ночи. Мы уже дошли до дома, позанимались, покушали. Пельмени были говно, 0 с 10. Пизда в басе полная, полнейшее говно. Еще сегодня у меня, знаете, мозг стал немножко работать по поводу некоторых людей. Ну да, у меня там типа дреды появились. И что? Это просто внешность. Здесь я не поменялся. Некоторые там пишут: фу, типа, блядь, я разочарован. Мнение внешности, они не меняют человека. И знаете, вот я хожу 2 дня с этой, ну, волосатой манделой. И как бы люди реагируют на эту волосатую манду, пиздец. Ну, что вам сказать? Теперь я понимаю, как людям сложно с татуировками, с тоже дредами там. Это сложно. Люди реагируют, подходят, тыкают пальцем, спрашивают, что это, прямо в лицо на улице. Это неинтересно. Типа, знаете, еще люди не выросли до такой степени, что не способны принять вкусы других людей и индивидуальность их. Это сложно. Так, все, ребят, мы решили с Катей, что будем жить вот так. Мы будем только спать и есть бич-пакеты 5 лет. Все, увидимся через 5 лет.